28 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит в эфире телеканала 360 Подмосковье в рамках традиционного ежемесячного разговора с жителями региона. Трансляция начнется в 19 часов. Жители Подмосковья, как всегда, смогут задать актуальные для них вопросы, обсудить проблемы, которые касаются всех сфер жизни, начиная с социальной поддержки и заканчивая медициной и капитальным ремонтом. 25 апреля глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел прием граждан по личным вопросам в сельском поселении Володарское. За содействием в решении проблем к главе обратились 42 заявителя. Большинство обращений касалось жилищных и земельных вопросов, строительства новой детской школы искусств, оказания медицинской помощи. Также жители попросили содействовать в открытии в поселении ветеринарного кабинета. Олег Владимирович дал квалифицированные консультации по озвученным проблемам и взял их решение на контроль. В центре «Дельфин» поселка Развилка состоялось первенство Ленинского муниципального района по плаванию. В соревнованиях приняли участие 171 человек в возрастной категории от 8 до 62 лет. В рамках первенства состоялась эстафета среди команд городских и сельских поселений, в которой места распределились следующим образом. Первое место – команда сельского поселения «Совхоз» имени Ленина. Второе место – команда «Дельфин» городского поселения «Видное». Третье место – команда «Дельфин» сельского поселения «Развилковское». 95-летний юбилей отметила школа Горки. В 1921 году была открыта школа для крестьянских детей, которая впоследствии стала называться школой памяти Владимира Ильича Ленина. Многие годы она была площадкой для изучения и создания новых образовательных программ Российской академии образования. Учителей и сотрудников школы наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Учащиеся подготовили праздничную программу. В концерте приняли участие школьный хор, вокальный ансамбль, бардовский коллектив «Бригантина» и другие.